Атака сборной Марокко развивается левым флангом атаки. Классный финт. Передача в штрафную. Удар. Первый удар по воротам сборной Португалии. Головой прыжок и Криштиану Роналду. Да он просто бог на этом чемпионате мира. А вот так вот. Криштиану Роналду в штрафной площади сборной Марокко. Четвертый мяч вот на этом чемпионате мира для Криро. И он действительно божит. Он пока, наверное, лучший игрок этого мирового первенства. Обычно в направлении Криштиану Роналду. Сейчас еще одна атака европейской сборной. Удар Роналду. Мяч пролетает в считанных сантиметрах от стойки ворот. Роналду. Классная передача. Гедеш. Удар. И опять вы посмотрите, что происходит с испанцами. Столько моментов создавали Гонсало Гедешу партнеры. И сегодня вот это первый реальнейший шанс для того, чтобы Гедеш отличился. Как здорово. Роналду своевременно сделал передачу на своего напарника по атаке. Навес, удар, и смотрите, что происходит. Ну что там, просто не успел подставить голову, иначе были бы большие-большие проблемы у сборной Португалии. Классно все может получиться, Жоао Марио, кто ему помогает? Пока никто, хорошая передача назад, и Роналду бьет, не точно. Амрабат. Он вновь на правом фланге пытается там разобраться с соперниками. Белянда, удар. Хороший удар получается. Мяч летит в верхний угол ворот. Еще раз смотрим. Останавливает мяч Белянда и бьет сразу же. Пошла передача. Удар головой. И Руй Патрисио. Руй Патрисио просто спасает в очередной раз свою команду. Это Белянда. Вы видите, за 3 минуты 2 раза подряд Белянда имел шанс для того, чтобы отличиться. Очень неприятный эпизод для португальцев. И отдаем должное вот этому сейву Руя Патрисио. Бенасья. Бенасья бьет и не попадает в ворота. Еще один шанс. Шанс еще у сборной Марокко. Удар, мяч летит над перекладиной. Ну нет, ничего опасного в этом эпизоде не было. Даже с учетом добавленного времени. Передача. Бенасья бьет и не попадает в ворота. Сколько ж можно, сколько моментов у марокканцев. Да, марокканских болельщиков искренне жаль. Все, матч окончен.